Центр политической жизни Дальнего Востока сместился в Якутию. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Сегодня начался его визит в столицу Якутии, который положил старт серии межрегиональных поездок. Сегодня Турчак уже провел совещание с секретарями региональных отделений и руководителями исполкомов партии в Дальневосточном федеральном округе. За два дня актив должен решить вопросы по структуре, обсудить реализацию федеральных партийных проектов. Вместе с тем запланирована встреча Андрея Турчака с руководителем региона Егором Борисовым и поездка в Намский район. Начался месяц региональных поездок, и сегодня наша первая поездка проходит в Якутске. Мы сегодня собрали секретарей региональных политических советов партии «Единая Россия» Дальневосточного федерального округа. Партия доказала свою эффективность, партия доминирующая, рейтинг поддержки партии остается на самом высоком уровне. По стране это более 52%, и в данном случае Якутское региональное отделение свой вклад в этот рейтинг вносит существенно.